Книга «Открытым оком», тема «Священство», том 21, вопрос 3442. Если запрещают служение епископа или священника, то как это мыслится, только как административно-человеческое решение или же как узаконенное и на небе? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Идет игра до полной потери представления, кто они, эти дедушки в клобучках, на самом деле есть. Отлучают за грех, и тут, согласно канонов, нужно полагать, что так и Писание говорит. Но когда только по канонам что-то выискивают, то уже в самом запрещении заложен смысл тот, что при определенных условиях это решение будет изменено. Вот пример совсем уж рядом с нами. Журнал номер 39. В заседании Священного Синода под председательством патриарха имели суждение о епископе Василии. О сборне. Справка. Пресвященный епископ Василий Осборн, бывший Сергиевский, был временно запрещен священнослужение Священным Синодом Русской Православной Церкви в заседании от 19 июля 2006 года, журнал номер 75, в связи с нарушением епископской присяги, а также правил святых апостолов 33-го, Карфагенского собора 32-го и двукратного собора 15-го. Вопрос о каноническом положении епископа Василия обсуждался на встрече делегаций Константинопольского патриарха и Московского патриархата в Шамбезе 23 января. обсуждался на встрече делегаций Константинопольского патриархата и Московского патриархата в Шамбезе 23 января 2007 года. Священный Синод заслушал в своем заседании 27 марта 2007 года, журнал номер 17, доклад Преосвященного митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла об этих переговорах. Постановил одобрить их результаты и направить в ответ на запрос личное дело епископа Василия в адрес святейшего патриарха Константинопольского Варфоломея. 12-13 мая 2007 года вопрос о епископе Василии был дополнительно обсужден в ходе встречи Преосвященного митрополита Кирилла со святейшим патриархом Варфоломеем в Каппадокии, Турция. Постановили. Первое. Учитывая пожелание, выраженное святейшим патриархом Константинопольским Варфоломеем, во избежание дальнейших соблазнов среди православных верующих на Британских островах и ради мира церковного, снять наложение на преосвященного епископа Василия Осборна запрещение и представить ему отпускную грамоту для перехода в Константинопольский патриархат. Второе. Свидетельствовать вместе с тем, что настоящее решение не означает признание за Константинопольским престолом прав на юрисдикцию над клириками других поместных православных церквей, пребывающих на территории православной диаспоры. Конец цитаты. На территории стран православной диаспоры. То есть совсем уж при плохой игре пытаются сохранить мину, форму пристойности. Выражение «закон, что дышло» особенно часто и с неимоверной легкостью применяется епископатом, что говорит об абсолютном пренебрежении этими правилами и канонами.
из 719 правил, которыми должна как-то регламентироваться, направляться церковная жизнь, по дикому невежеству священников, по прихоти епископов, по вожделению синода, по самоуправству патриарха, ежедневно, целенаправленно, злостно попирается, нарушается 413 правил, то есть 57% от направляющих. Так куда же сдвинется клин гильотины без всех направляющих? Скрепы, рычаги, заклепы, срублены епископами. И говорить, что эта церковь чисто православная в ее соборном понимании, может только уж вовсе ничего не мыслящий в книге правил, которую патриархия не издавала 70 лет. Простите. И говорить, что эта церковь чисто православная, в ее соборном понимании, может только уж вовсе ничего не смыслящий в книге правил, которую патриархия не издавала 70 лет. И из священников эти правила знают, быть может, 1%, и то поверхностно. Вторая книга Паралипоменон, 15.3. Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без закона. Деяния 6.7. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников многие покорились вере. Из прошлого несутся голоса, из книг еврейских и из старых песен. Их амплитуда может потрясать, сегодняшние строки могут треснуть. Хотелось бы услышать Голиафа, его гортанный крик, ответ Давида. Татары промелькнули, вскоре ляхи, и все и вся давным-давно убиты. Бог мечет камни им из поднебесья, и грохот скукотит со всех страниц. Переживаю те столетия вместе, не успеваю падших хоронить. Смерть властвует от первого Адама, к сотлевшим только мизерная жалость. Все равно бы умерли подавно. До горсти праха многие ужались, уроки прошлого, семестры стольких сессий, сторонними с рассказами шикуют. А если бы назад, хотя бы лет на 200, и те события по нашей нежной шкуре. Благодарю за сроки, что минуют, все наши тяготы, невзгоды, словно дым. Не приведи Господь войти в чуму, в войну ли, достанется с лихой особо молодым. Полезно проходить библейские сюжеты, не выдумки, а суть ушедших опыт. Учусь на них, рассматриваю жертвы, сдываю пыль веков, пожарищ копоть. Ветхозаветное не стоит пренебречь, оно и в будущем живее нас, живущих. Понятно в переводе иностранцев речь, как будто я со змеем в райской куще. Благодарю Создателя за тех, кто сохранил рассказы в чудных свитках, за горе их, да на горе их, да вызреет успех. Учась на битвах, сохранюсь небитым. 30 апреля 2007 год. Игнатий Лапкин.